правильно подметил, что что касается женской части, то я, конечно, мы очень-очень рады, что интрига с попаданием на итоговый турнир в Сингапуре, она сохранится практически до последней недели. И вот сейчас, насколько мне известно, на 4, по-моему, места претендует порядка 7 теннисисток. И вот те девочки, которые заявились, там, начиная с Петры Квитовой и заканчивая Карла Суареш Навара, они будут, я думаю, что прикладывать максимум усилия в московском турнире, чтобы пройти этот отбор. Естественно, мы очень надеемся, что наши соотечественники, как в мужской, так и женской сетке, проявятся с лучшей стороны, потому что мы знаем, что российская публика, она довольно специфическая, они любят, когда соотечественники, естественно, выигрывают турниры. У ребят будет больше шансов проявить себя, как Амир правильно сказал, что состав мужского турнира, он